Итак, пришел мне чехол для макбука с деком. Сейчас будем распаковывать, смотреть. Чехол фирмы InCase. Та же фирма, которой у меня рюкзак имеется. Так. Попробую сейчас открыть его. Сейчас я открою. Так, открою. Моя бумажечка. Тут упаковано, конечно, прикольно. Мне нравится, хорошо. Так, как бы это раскрыть его. Вот так. Опа. Это вообще, короче, упаковано четко. Смотрите-ка. Раскрываем такой пакет классный. Достаем из него. Ну, а здесь уже внутри как-то не очень упаковано. Пакете. Пакете. Есть еще один пакет, уже не запечатанный, в котором вот такая вот фигня. Так. Так. Открываем это все. Опа, класс. Пакетик. InCase. Не знаю зачем, но спасибо. И вот он, сам чехольчик. Сам чехольчик. На первый взгляд он может показаться простым. Он кажется как будто просто черный. Но на самом деле не так все просто. Сейчас поймете, в чем дело. Вот такой вот он. И вот так вот он выглядит. Достаем. Если мы подходим к свету, то вы можете увидеть, что он светится. Он клёво отражает свет и становится таким вот классным. Вот такой он прикольный. Вживую он гораздо круче смотрится, чем на камере. Такой вот классный чехол. Прикольно, что здесь обернуты замочки, чтобы не поцарапать их. Сейчас попробуем засунуть MacBook. Итак, кладем сюда, расстегиваем. Внутри классная штучка InCase-овская, чтобы он не мялся. Они в каждый свой чехольчик такую штуку ложат. Ну и силикогель еще тут лежит. Так, внутри он классный, очень такой бархатный. Классный материал внутри, чтобы не царапать корпус MacBook'а. Ну а теперь попробуем сам MacBook туда засунуть. У меня прошка 2017. Сейчас попробуем. Так, сори, что все падает. Опа. Ну, входит идеально на самом деле. Входит классно, отлично. Отлично там лежит. Сейчас мы застегнем. Так он выглядит. Прикольно светится. Класс. На самом деле очень классный чехол. Мне очень нравится. Вообще шикарный. Слушайте. Класс.
стоил он 3 950. Я на скидке взял за 3 700, наверное, либо за 3 500. И еще они мне вернули за то, что комментарий оставил, 150 рублей с него. В итоге, в принципе, очень даже неплохо мне он вышел. Клевый чехол. Тут еще есть дополнительный замочек. Отделение какое-то. Ну, сразу сниму эту штучку. Приятные очень эти штучки. Вот сюда можно также кидать смартфон какой-нибудь. Не знаю, там переходник можно закинуть. У меня, кстати, переходник с Атечи. Сейчас попробуем это запихнуть. Вот такой вот переходник у меня сатэчевский. Вот сатэч. Можно его сюда кинуть, спокойно застегнуть, и все. Ничего не станет. Не выпирает, все аккуратненько очень. Вот. Что-то классно выглядит. Доволен покупкой. Всем рекомендую. Магазин iCases. Есть промокоды, с помощью которых вы сможете получить хорошую скидку. Я заказывал у них рюкзак, который стоил 15 тысяч рублей. Я его купил за 13 тысяч. Вот. Также я покупал Сатечи переходник, но на него скидку не было. Скидки не было. И купил вот этот вот чехол. Тоже получил хорошую скидку. Еще плюс за то, что оставил комментарий на Яндекс.Маркете, получил дополнительный возврат кэшбэк 200 рублей.